Новенький, что ли? Ага. Вчера только с карантина. А ты что иголки ломаешь? Не твое дело. Молчи, Сявка. Да я молчу. Сначала поработаешь, мое. Я за 7 месяцев, наверное, 100 000 рукавов пришил. Твоя натура протестует против рабского труда. Чего? Да ты философ. Ты что не работаешь? У меня иголки сломались. Бракованные, наверное. Да? Ладно. Я их из твоей зарплаты вычту. Дюрченко! Чего? Дай Колганову иголку. Ладно. Колган! На! Да не буду я больше телогрейки шить. Ну вот, так бы сразу и сказал, а зачем имущество-то портить? Фу. Здорово, начальник. А чего вы тут расселись, дармоеды? А что случилось? Там Колганов иголки сломал. Калач, ну позови сюда этого придурка. Ну ладно, я пошел. Валяй. Бастуем. Но если все работу бросят, что же это будет? А я не все, я только за себя отвечаю. А чем ты лучше других? Ну-ка, калач, позови сюда кого-нибудь из работяг. Окуня, позови. Пошли. Звали меня? Хотим услышать глаз народа. Как думаешь, вправе мужик от работы отказаться? Нет, анархию разводить не годится. Вот видишь, как нормальные люди рассуждают. А норму его на кого переложат? Да падла он. Бошки таким надо ломать. Ты слышишь, Колган, мнение народа? Кто не работает, тот не ест. По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя и шачить. А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем. Вы воры. Вы махновцы, беспредельщики. Можно я ему звездану? Могу! Сука, только попробуй! Черт знает что. Я раньше в управлении сидел. Меня кроме плана ничего не интересовало. А здесь возьмет один, убьет другого. И сам не знает зачем. А на совещании вчера говорили. Индивидуальный подход. А как здесь за всеми уследишь? Так а за всеми не надо. Мы должны контролировать верхушку, а они будут контролировать остальных. Козел. Эй, очкарик, вали сюда. Сейчас я доем, ты на мое место сядешь. Я сегодня все равно в изолятор ухожу. Этот? Никогда. Да он же сука. Я его по воле помню. А, вспомнил. Он свидетелем шел, когда меня судили. Кто тебя, сука, за язык тянул? Я сказал только то, что видел. И потом, воровать у стариков это подло. Глохни, тварь. За этим столом твое место. Милости прошу к нашему шалашу. Пошел вон отсюда. Садись здесь. Это ты по молодости в свидетеля пошел, это не западло. Ты, Колган, сегодня мало получил? Но не от тебя же. Пойдем один на один, побазарим. Ребята, я не хочу, чтобы вы из-за меня дрались. Ты что, с луны свалился? Не понимаешь, что он тебя ловит?
Это же петушиный стол. Затрахала меня эта песня. Эх, убежать бы. Весна. Весной всегда убежать хочется. Да нет. Это я просто так. Обрыдло все, Толич, обрыдло. Трюм закроют. Отдохну там маленько. А ты почему в отказ пошел? Юрок, если не секрет. Почему секрет? Я сегодня отказняк от прокурора получил. По твоей статье сейчас не спрашивают. Тебе хорошо, ты больной, тебя на работу не гонят. А раз я здоровый, значит, я должен телогрейки шить. Почему я им должен 4 года телогрейки шить? Что, я совсем, что ли, ненормальный? А я, Илок, умру, наверное, скоро. Да брось ты, Толич. Так чувствую. Да нет, я не боюсь. Мне ведь это тоже все. Обратно. Осажденный Колганов, 10-й отряд, на вахту. Ты давай, Рок, не шебуршись там понапрасну. Осужденный Колганов, статья 206, часть 2, срок 4 года. Так, значит, бастуем? А вы мне дайте работу нормально. А швеей и мотористом я не хочу, я не баба. У нас, Колганов, никакой другой работы для тебя нет. Я телогрейки шить не буду. Считаешь, что шить телогрейки ниже твоего достоинства? Они, между прочим, нужны. В стране. Вашу ораву одевать. Что же прикажешь? В дубленке вас наряжать? Я все равно телогрейки шить не буду. Сами шейте. А ну хватит комедию ломать. 15 суток ШИЗО. Какой масти? Ни пидор, ни сука. По какой статье чалишься? А? По 505-й. За поджог Каспийского моря. Колганов, я 10-й отряд. Подцапался с хозяином на разборке. Раздевайся. Зачем? Ты вопросы потом задавать будешь. Все снимай. Что за отметина? Тебя менты били? Нет. Отдай ему робу, макака. Не мешайся, парень. Мы тебя на вшивость проверили. Так кто тебя бил? Упал. С крыши, что ли? С вертолета. Ну, ладно. Тогда закурим. Я не курю. Как не куришь? У нас здесь вагон для курящих. Ты дерни, дерни, пацан. Не дрейфь. На иглу никогда не садись, а планчик ничего, планчик можно. Ну ладно, хватит. Ha, 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 ha.
Да прапор-то нам сам шарика закатал. А ты думал, его что, мышка, что ли, принесла? Видишь, как сразу захорошело. Ну, рассказывай, откуда, за что? Да здешний я. Из Махаловки, может, слышал. Как там Скворец? Да он-то нормально. А мне 4 в натуре. Век свободу не видать. Ой, чё-то я дурел. Пройдет. Я вообще ненавижу фальцов всякую. А тут один стал девчонку с нашего двора кадрить. Ну, заскочил я как-то в центральный сотку перехватить. Гляжу, они там икрой обжираются. И Ленка с ними. Ну, понятно. Тут Ромео и Джульетта. Я тебе покажу. Да ты чего? Ромео и Джульетта. Чего ты, взбесился, что ли? Чего ты? Обкурился он, без привычки. А может, у человека любовь, а? Любовь, говоришь? Любовь. А у нас тут другая любовь практикуется, а? Не пробовал? Отпусти, сука! Тихо, тихо, тихо. Ты че, парень? Че? Успокойся, успокойся. А? Отдохни. Садись. Сядь тут в углу. Подремей. А то совсем поплыл. Не нравится? Да и стишки, честно говоря, не очень. А в лоб не хочешь? Да что попал-то? За спекуляцию. Подсовщик, что ли? Да нет, я марки собирал. Ну ты даешь. Да я и не спекулировал вовсе. Я же не виноват, что они идут выше каталога. А получилась 154-я статья. Мне всего год дали. Нас много разоблачили. Целый клуб. Я понял. Первый раз за 5 лет такого вижу. А зачем я должен с тобой махаться? Мне носки мама прислала. Я по-хорошему хотел. Но раз ты не хочешь... О! Филателист Кешер получил. Так... Похавай моку, не? И могу вам поделиться? Нет. Ты уже что-нибудь съел? Нет, ничего. Слава богу. Держи. Значит так, иди к Моголу. Скажи, нате вам, ребята, понял? Нижайше просим, мы Кеша получили. Давай, вперед. Давай, 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 давай. Вообще, когда это святое дело? Законно. А ты соси бронзбой, понял? И не разевай хлебала. Тварь бархатая! Чего тебе? Мы передачу получили. Ну как? Нормально. А где носки? Все-таки увел, крыса.
Вставай, крыса! Чё? Чё ты сказал? За крысу ответишь! Братва! У нас крыса в бараке! Куда? Не лезьте в свое дело. Где крыса? Кто это? А кто крыса? Где крыса? Вот. Он у нас носки увел. У своих красть грешно. Можешь доказать? А пусть постель перетрясет. Давай. Ну? Придется тебе извиниться перед ним, Абрашка. Не буду я перед этой тварью извиняться. Ну, смотри, как хочешь. Ты месяцами отсюда не выходишь, князь. А все про всех знаешь, все тебя слушают. Мне, чтоб все знать, не обязательно по зоне прыгать. Запомни, вы приходите и уходите, а мне и сюда все принесут. Воры хоть в Тобольске, и то знают про все наши дела. Вылазь, лох. А правда, говорят, князь, будто бы тебе воры мандат на нашу зону выписали. Ты сам-то по какому закону жить собираешься? По нашему или по ихнему? Да ты уже спрашивал. Да я-то спрашивал. Да ты-то все виляешь. Да по какому закону воли больше? Потому и жить хочу. А менты навек враги мои. Я вам тут желтых карточек показывать не буду. На 10 суток ШИЗО. А за что 10 суток? Сразу покажу и все. Давай, пенальти! Пенальти давай! Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Давай, пенальти! Играем, играем, играем. Пенальти. Ну, давай. Эх вы. Вместо того, чтобы морду друг другу бить, лучше в футбол поучились играть. Лови! Могил. Где это вы так научились? Где научился? Да я, чтоб ты знал, в первой лиге за «Динамо» играл. Только на тренировке ключицу сломал. Старший лейтенант! Чем вы занимаетесь? Что за вид? Китель расстегнут. Фуражка вообще черт знает где. Разве может офицер появляться перед осужденными в таком виде? И отряд распустили. Виноват, товарищ майор. Будете понебратствовать? Они вам на шею сядут. Я не понебратствую. Просто с ними надо тоже по-людски. Это колония. Понимаете? Колония для преступников. И я вам с вашей демократией. Пионерлагерь здесь устраивать не позволю. Здорово! Как там в трюме? Нормально. Здорово. Привет. Привет. О, привет, Калган.
За что? А ты не знаешь. Чтобы не очень-то рисовал, Айвазовский. Оборзел. Здорово, могу. Здорово. Садись. Князь твой греф получил. Просил благодарить. Возвращением. Время человека сразу видать. Кто сучится, кто подымется. Когда же ты жить думаешь? Я сам по себе. Так не бывает, Жиган. Иди ко мне. Будешь правильно жить, с понятием. Отмажу тебя от станка. У нас в Махаловке не принято было шестерить. Может, чайку заварим? Благодарю. Меня уже встретили. Ну ладно. Иди отдыхай. Здорово, Ирок. Здорово. Да, чуть не забыл. Тебе ж письмо пришло. Как дела, Толич? Как здоровье? Здоровечко не важно, братан. Совсем куражу жить нет. Все по уху. Может, это и есть свобода. Помереть, что ли, свобода? Ты лучше масла побольше жри, может, поправишься. Послушай, мое последнее слово, Колган-корень. Не борзея. Останься человеком. Это твоя девушка? Была. Чё надо? Можно сесть? Садись. Я тебе торт принес. Ну, я передачу получил со сгущенкой. И соорудил торт. Это здорово. В шестерке лезешь? Юра, ты меня неправильно понял. Я тебе не собирался ни о чем просить.
Утро красит нежным светом. Эй, Толич! Вставай, сны! Стены древнего Кремля. Теплый еще. Должно к утру помер. Почему умер? От чего? Взял, да и помер. Ни от чего. От жизни зазаборной. Не лапайте там ничего, сейчас менты прибегут, мокруху шить будут. Вот ты убежал, Толич. Ты теперь далеко. Я твое последнее слово помню. Добрым утром, граждане осужденные. Ну, почему не на зарядке? Что случилось? Голованов помер. Как помер? Когда? А ты поцелуйся и узнаешь. Стойте. Государственный план срываете. Тут люди мрут, как мухи. А вы все про свой план. Умирают от естественных причин. Но жизнь продолжается, и на работу надо выходить. Кормит вас как положено. На полтинник в день. А ты как хотел бы? Собак лучше в охране кормят. Пши зажрали, гражданин начальник. Насчет пшей нужно было врачу сказать. А я знаю, чего он умер. Почему? От тоски. От этого не умирают. Умирают. Кина нет. Жратвы нет. Самодеятельность Абрашкина и ту хотите запретить. А чтоб тоски не было, надо работать. Граждане осужденные. Вот тогда и не будет тоски. А не пойдете в цех... Пойдете в ШИЗО. Пойдем в ШИЗО! Да у тебя нар не хватит! Попробуй, начальник! Извините, Михаил Иванович. Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла. Ну, а вши у вас? Потому что плохо моетесь. Ну, раз такое дело, поправим. Если, конечно, пожелаете. Сейчас построимся и пойдем в баню. Это вместо работы, что ли? А разве я сказал после работы? Встань как следует. Построимся и пойдем в баню. Добрый начальник. Ох, добрый. А я в баню не пойду. Ты чего? Пойдем. Тогда не пойдет никто. Калач, грелка на месте. Туточки. Наливай. Ты чё пялишься, окунь, а?
да. И еще сявка с ворами водку. Иди Колгана позови. Налей-ка, калач. Нам Колган в гости пришел. Спасибо, я на халяву не пью. Ну что ты? Тут ничего не бывает на халяву, Колган. Ты 15 ночей в трюме мерз. Прогрейся. Хорошо, пошла. Отлично. Слышь, Колган, а сколько тебе бань до свободы осталось? Зима-лето, год долой. 4 Пасхи и домой. Еще успею шкуру продырявить. Характер у тебя наш, воровской. Только вот живешь ты, а завтрашний день не думаешь. Бугром пойдешь? В бригадиры? Ну. Здорово. Это ты, выходит, бригадиров назначаешь? Да нет, ну что ты. Но к мнению общественности прислушиваются. А ты не менжуйся, раз я сам предлагаю, это не западло. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Так, кажется, у Пушкина. У Грибоедова. Это еще что за явление? Тебя сюда кто звал, очкарик, а? Я его привел. Разобраться с ним надо. Он же, падла, нам чуть сегодня баню не сорвал. Слышь, толтылист, ты не то место мочалкой загораживаешь. Тут с обратной стороны затыкать надо. А ты что подначиваешь? Может, ты сам на него глаз положил? Я, пожалуйста. Нет, он по девушке сохнет. Он на ее фотку по ночам дрочит. Спокойно. Держаться надо, Колган. Перегрыземся между собой, тогда хана. С одной стороны менты, с другой вот это вот быдло. А ты что стоишь? А ну, вали отсюда. Кому на роду написано ермо носить, тот есть бык. Быку кнут. А кто по натуре своей свободу любит, тому и за забором свобода. Там на воле закон ментовской, а здесь наш, воровской. Колганов, ты когда-нибудь рыбками занимался? Интересные твари. Только одна беда. Жрут друг дружку. Те, которые побольше, тех, которые поменьше. Жрут и все. А что поделаешь? Чарльз Дарвин. Борьба за жизненное пространство. У них все, как у нас. Колганов, и тебя однажды сожрут. Те, которые побольше. И меня. В случае чего. Сожрут. А чего я тебя вызвал? А-а-а! Садись, садись. Чего торчишь? Ты письмо от девушки получил? Ну, получил. Хорошая девушка. Повезло тебе. Любит тебя, наверное. Неужели вы все письма подряд читаете? Ну, зачем же все подряд? А вот твои с некоторых пор стал читать. Я даже позвонил Лене твоей. Что? Да. Нашел телефон и позвонил. Раз человек беспокоится. Хороший, говорю, парень. Старается. Норму выполняет на 120%. Процентов перевоспитывается. Если, говорю, дело и дальше так пойдет, я ему через год условно-досрочно подпишу. С нашим удовольствием. Видишь, пришлось соврать, чтобы хорошую девушку успокоить. А ты в это время в ШИЗО сидел. Ну, не тяните резину. Говорите, что надо. Только учтите, стучать не буду. Боже упаси, этих хватает.
Хотим бригадиром тебя поставить. Интересно. Со мной был недавно такой разговор. Ну, хорошая мысль. Всегда несколько голов осеняет. Что скажешь? Если честно, то неохота связываться. А ты уже сам себя связал. Работать ты отказался. Значит, если опять за машину сядешь, это, по-вашему, западло будет. Так? Ну, а не вернешься, придется тебя в буре гноить. Подписывайся. Дело у тебя будет одно. План, кровь, из носу давай. Ну и мы тебя не обидим. Договорились? Бугор. Что-то я тут не пойму. Тут от калачу и пистону по 100% закрываешь. А что ж, подвесишь, что ли? Нехорошо, Бугор. Обижаешь профсоюз. Я и так у мужиков отрываю, чтобы вам записать. Должен же быть какой-то предел. А кто сказал, что не должно быть предела? Однако нас здесь всего 4 человека. А их вот целая сотня. По 120% соорудить под зачет ничего не стоит. И никому не обидно. А если не хватает выработки, значит, надо быстрее крутиться. Вот и заставь. Ну, а на что ты здесь поставлен? А мы тебе поможем. Бугор, профсоюз контролирует ситуацию. Эй, Бугор, нам сниматься не пора ли? То есть как это сниматься? Мы же с вами решили сегодня 2 смены отработать. Когда это мы решили? Вчера, когда в баню шли. Ты что, забыл, что ли? Кум про 2 смены ничего не говорил. Не было такого уговора. А вы думали, вам только в баньке париться? 6 часов по ящику футбол начнут показывать. Ты что? А законодательство существует или нет? Кодекс законов о труде. Права будем качать? Ну кто против? Валдос, ты что ли? Нет, я как все. Я просто хочу, чтобы ты объяснил. Ну иди в коптерку. Сейчас тебе объяснят. Не пойду. Кому еще не ясно? Кто права насчет кодекса качал? Ты филателист? А сожра твой как? Вот это другой разговор. Насчет жратвы я договорился, бачки прямо в цех принесут, горячие. Тогда другое дело, можно работать. Все для народа, только работайте. Слушай, куда ты лезешь, а? А почему надо все терпеть? Ты на воле будешь права качать, понял? А здесь будь как все. Бить будете? Да. Воспитательную работу будем проводить. А за что? Ради ихнего плана? А еще ворами себя называете. Они же вас всех купили. Закрывается, вонючка! Не могу по голове попасть! Итальянскую дурь вышибить! Ну вот, барышня. Можете лицезреть своего братца? Пришлось взять на себя ваше родство. Здравствуй, Юра. Ну, что я вам могу доложить? Ведет он себя примерно. Мы его даже в бригадиры выдвинули. Такое вот высокое доверие, значит. Ну и как факт особого поощрения, впереди у вас 2 безоблачных часа. Предупредили хотя бы? Ну, зачем же? Как говорится, сюрприз. Не буду вам мешать. Здравствуй, Юра.
Зачем ты пришла? А разве ты не хотел меня видеть? Ну, я это себе совсем иначе представлял. Ты раньше не курил, Юра. Я раньше много чего такого не делал, что теперь делаю. Маркелов говорит, что тебя могут отпустить уже скоро, что ты раскаиваешься и перевоспитываешься. Раскаиваюсь? В чем? Никто из вас все равно никогда не поймет, что такое зона. Вы даже себе представить не можете, что это такое. Господи. Бедненький ты мой. Ведь это же из-за меня, дуры. А я тебе пирожных принесла. Лучше в водке. Водку наливают в грелку и подвязывают под юбкой. И так проносит. Тянешь маналя? Что? Не обыскивали? А, нет. Деньги есть? Есть. Рублей 5. Да не греми ты так. Услышит кто-нибудь. Ой, как же я домой-то теперь поеду? Ничего, доедешь как-нибудь. Пешком, в крайнем случае, дойдешь. Юра, ты на меня все еще сердишься? Здесь нет таких понятий. Я могу оборзеть. Тебе понятно, что значит оборзеть? Нет. Юра, ты стал какой-то чужой. Чужой? Ты зачем сюда приехала? Жалеть меня, да? Душу мою спасать. Все. Нет у меня больше души. Одно тело осталось. Грязное, голодное, но тело! В сантиметике, значит, решила поиграть. А ты знаешь вообще, зачем в эту комнату бабы ходят? Юра! Не надо! Не надо, Юра! Не надо! Не сейчас надо. Посмотрим, как ты меня там ждала! Не надо! Не надо! Юра, мне больно! Мне больно! Мне стыдно, Юра! Это было весной, зеленеющим маем, когда тундра одела свой зеленый наряд. Мы бежали с тобой, уходя от погони, чтобы нас не настигнуть револьверный заряд. По тундре, по железной дороге, где мчится скорый Воркута, Ленинград. Да, жизнь призанимательнейшая штука. И чем мы, собственно, отличаемся от них? И где она? Свобода. Войдите. К сожалению, время кончилось. Пойдемте, Леночка. Ну и скажите своему братцу, чтобы был умницей. А ты ничего не хочешь сестренке сказать, Колганов? Не. Ну, посиди тогда. А я провожу.
девушку. Он вас часом не обидел? А то глаза у вас красные. Нет, нет, что вы. Они у нас тут такие безобразники. Просто спасу нет. Нет, что вы. Спасибо. Это вам спасибо, что приехали. Всего доброго. Я вам позвоню. Да брось ты. Постирают кому следует. Ты же не парафин какой. Ты же бугор. А сестренка, неужели девушка оказалась? Хм, пикантно. Ох, и сволочь же ты, кум. Это ты мне вместо спасибо? Может, тебе срок намотать? За изнасилование. Ты понимаешь, что я с тобой могу сделать? Понимаю. Все, первое отделение кончено. Следующим номером нашей программы «Устные рассказы и юморески» в исполнении Виктора Мошкина. Прошу. Ну, филателист, давай, трави роман! Я надоел пробраться, ребята. Только и знаешь, что жрать, трахаться да убивать друг друга. Ну, давай, рассказывай. Ну, скажем, из истории. Про мамлюков слышали? Конечно. Ну, народ такие были в Средней Азии. Мамлюки даже были. Не попал. Ну, рассказывай, не тяни за резину. Это было так. Султаны Каира вели постоянные войны. Захватывали множество рабов. В том числе и детей. Мальчишек грузили на галеры и везли в Египет. Их долго не кормили, и они начинали там, в трюмах, звереть от голода, убивать друг друга за кусок хлеба. Оставшихся в живых воспитывали в специальных лагерях. Готовили из них солдат-мамлюков. Командовали ими самые хитрые и ловкие. И из мамлюков выходил очередной правитель Египта. Он набирал себе новых рабов, но мамлюки не могли сговориться между собой надолго. Каждый из них все хапал и хапал, давя остальных. Ведь они были рабы, и психология у них даже на троне была рабская. Митингуйте! Это называется саботаж и срыв государственного плана. Да мы пашем как карлы, вколаем по две смены подряд. Заездили совсем. Обидно нам, гражданин начальник. Беспредел. Пашем, пашем, а зачет с коэффициентами не закрывают. На магазин ничего не идет, шамовки не хватает. То есть как это не идет? Сколько сделали, столько и получаете. За минусом. 50% снимаем согласно закона. Еда, одежда, остальное все ваше. Ну да, как бы не так. Воруют в зоне в наглую, а то вы не знаете. Стоп, стоп, стоп. Я ничего не могу понять. Пусть говорит кто-нибудь один. Пусть филателист говорит. Говори. Который филателист? Вот он. Объясните, в чем дело? Спасибо, гражданин начальник. У меня зубы считанные. Я вам гарантирую, что вас никто не тронет. Да что вы можете гарантировать? Вас как будто и нет здесь. Мы тебе гарантируем! Гарантируем! Говори! Говори. Кончать это дело! Говори! Давай, говори! Говори, чего? Говори! Не бойся! Не бойся! Говори! Давай! Хорошо. Я скажу. Вы когда-нибудь заглядывали в наши наряды, гражданин начальник? Нас превратили в рабов. На нас наживаются мошенники, терроризируют черные.
Вон они бездельничают целый день. А вы посмотрите в их наряды. Там 120% плана. Где наряды? Зачем ты, Колганов, пишешь туфту? Почему не докладываешь, что у вас в цеху бездельничают? Я вас, кажется, спрашиваю. А вы не кричите на меня. Мне это бригадисты уже вот где сидит. Надоело врать. Работать. Всем работать. И черным, и серым. Всем как положено. Попов, подойдите сюда. Стойте нормально, когда с вами разговаривает офицер. Марш к станку. Не могу работать, гражданин начальник. Болею. 15 суток ШИЗО. Там тебя подлечат. Не могу работать, болею я! Не могу работать, болею! Не могу! Гады, не могу! Вставай, пуп, насмотрелись уже! Давай, башку побереги! Шишку набьешь! Тащите в медсанчасть! Если врач скажет, что Попов ваш косит, всех на крытку отправлю. Лечиться. Ну, хватайте его! Хватайте его! Калач, пистон. Взяли. Конечно, граждане осужденные. Я человек тут новый. До всего руки не доходят. Но никаких липовых нарядов больше не будет. Обещаю. За отказ от работы. Без всяких исключений. ШИЗО. Ну, инцидент исчерпан? Ничего вы тут не сделаете. Черная масть неистребима, как вши в бараке. Один не сделаю. А вы-то на что? Вас 100 человек, здоровых мужиков. Неужели постоять за себя не сумеете? А? Там что ли наступил? Или амнистия? Да при чем здесь амнистия? Тут вот что написано. У меня ребенок будет. Понял? А-а-а. Да ты не понял, что ли?
Да понял я все. Поздравляю. На Воле игрушку куплю. Приду. Но раньше нам надо всем отсюда выйти, людьми, а не скотами. Ты понимаешь? Да я-то понимаю. Тогда слушай меня внимательно. Терпение лопнуло. Пора делать революцию. Будем убивать эту черноту без всякой пощады. Лучше погибнуть, чем носить клеймо раба. Ты согласен? Я-то согласен. Только мне погибать нельзя, у меня же ребенок будет. Есть высшие ценности, ради которых мы должны жертвовать собой. Ты нужен революции, за тобой пойдет народ. Ты должен повести всех к Алгану. Да иди ты. У тебя что, температура? Ну это ж бред. Какая здесь, к чертовой матери, может быть, революция? Абрашка, нашу давай теперь коронную! Без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле посол ломая, твой лепарту с брошкой ласкового мая. Весь май нахально ел глазами. Пускай живет, покуда я не вышел, покуда я мотаю срок, покуда проходному не услышал скандальный рок, скандальный рок. Ну, а со мною ты себя вела в нахалку, и вот я в ханке на иглу, циглы на ханку и сел, и вижу небо в клетку. Но не забуду я твой школьный фартук черный, и не прощу я, что тебя твой хмырь позорный сломал, а грушевую ветку. Пускай живет, покуда я не вышел, покуда я мотаю срок, покуда проходному не услышал скандальный рок, скандальный рок. Ты, значит, и есть филателист. Говорят, сказки рассказывать мастер. Рассказал бы что-нибудь. Да какие ж вы причасти сказки? А вы кто? Я князь. Князь? Слыхал про меня? Конечно, слышал. Это большая удача, что я вас встретил. А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым? Спроси. Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел? Беспредел? Беспредел — это западло. А беспредельщика я имею право побить? Ты? Да кого ж ты можешь побить? Ты должен вызвать обидчика на разборку к тому, кто понятие имеет. А ты что? Куму за этим идешь? Машкин, майору Маркелову. Да, задали мне со своими мамлюками задачу. Вчера весь вечер прокопался. Нам же в милицейской школе про мамлюков-то не рассказывают. К сожалению. Ну, а мои людишки почти все идиоты. Ничего толком-то пересказать не могут. Запомнили одно красивое слово. Мамлюк. И много у вас таких людишек?
Достаточно. Ну, надеюсь, вы не станете отрицать необходимость борьбы с преступностью. Вы у нас случайный пассажир. Ну, а поп? Или тот же Могол? Это же серьезные люди, не вам чита. Должен я знать, что у них происходит в мозгах. Если вы меня спрашиваете, то я ничего определенного сказать вам не могу. Опасную игру играешь, Мушкин. Агитацию разводишь. Под видом исторических анекдотов. То, видишь ли, про Спартака рассказываешь. Про монгольское иго. Хотя при чем тут монгольское иго? Мамлюки эти. Говорят, лейтенанта Шмидта. Вспомнил. Зачем все это тебе, Мошкин? Тебе же через 3 месяца условно досрочно освобождаться. Сидел бы себе тихо. Зачем мне это все надо? Мне лично незачем. А вот лейтенанту Шмидту революция зачем была нужна? С его-то умом адмиралом мог бы стать. А он в революцию ударился. Революцию хочешь устроить? Наивно. Тут революции не бывает, Мошкин. Интрижки, дворцовые перевороты. Одна мразь отмордует, другую опустит. А для всех все остается по-прежнему. Вы себя успокаиваете, потому что эта система вам выгодна. Вы на них ставите, а потом умываете руки. Но пружину беспредела нельзя сжимать до бесконечности. Революция будет, гражданин майор. Ах, Мошкин, Мошкин. И какие же идиоты тебя сюда засадили. Жил человек, собирал марки, никому не мешал. Ты думаешь, я могу здесь что-нибудь сделать? Ну, хорошо. Дерну я Могола. Сошлю его на крытку. Но тут же явится другой Могол. Из ваших же мужиков, которые так ратуют за равенство. И начнет лютовать хуже прежнего Могола. Вот так, Мошкин. Тут свои законы. И с этим уже ничего поделать нельзя. А свобода? Это же иллюзия. Вот эти рыбки в аквариуме тоже думают, что они свободны. Потому что не видели другого мира. А есть ли он другой мир, Мошкин? О, вот дура. Смотри-ка. Еще одна рыбка сдохла. И чего это они дохнут? Вроде и кормим мы их правильно. Да. Мошкин, у меня для тебя сюрприз. Так. Ваши носочки? Мои. Получите, пожалуйста. А откуда они у вас? Ну, много будете знать. Скоро состаритесь. Идите. Возвращением тебя, князь. Ладно. Ну, куда тебя кинули? 4-й. Покантуюсь там немного, опять в буру иду. Чего у тебя? Да вроде нормально. Деньги собрали? Угу. 400 со стада и наших 200. У себя держите. Товар на днях будет. А что у тебя за очкарик новенький? Филателист? Да так, придурок. Мутиловки разводит. Мужиков сколачивает. Да ты что, князь, он овца. Опустите его. Да вроде бы не за что. Ты же понимаешь, за это с нас спросят. Все схвачено, Могол. Делай, что тебе говорят. А причину найдешь ты не первый день за забором. Ладно.
Он куму ходит сучить. Делай. Что, филателист, пойдем поговорим. Ты же вроде у них теперь как главный. Давай говорить при всех. Ну, зачем базар поднимать? Пойдем в телевизорную комнату. Сядем, как Сталин с Черчиллем, поговорим. А что же бугор спать лег, если разговор о нарядах? Юра! Ты пойдешь с нами на дипломатическую встречу? Валдес, пошли. Валдес, ты у дверей постой. Хорошо, Герой. Если разговор о нарядах, то я предлагаю говорить при всем народе. А при чем здесь наряды? Тут вот окунь, на вас с Абрашкой зуб имеет. А в чем дело-то? А в носках. Что это у тебя за носки? Ты же, падла, говоришь, что у тебя их украли. Я? Ну, их действительно украли. Так как же тогда они на тебе оказались? Врешь ты все. Это вы с Пархатом подловить меня хотели. Да я и не говорил, что это ты. Пархатый говорил. Разве ты не говорил, Абрашка? За это мы уже поквитались. И вообще ничего не знаю про эти носки. Как? Я же тебе говорил. Не знаю. Могол, не знаю. Раз не знаешь, пошел отсюда. Без тебя разберемся. Но... Носки мне отдал один человек. Я не могу его назвать. Истан! Сделай телевизор погромче. Только не разбейте. За казенное имущество спросят. Стойте. А что? Разве несправедливо? Очки ему надо снять. Очки нельзя разбивать, он без них не видит ничего. А-а-а. Ну что ж, очки давайте снимем. Это недоразумение, Юра. Я ни в чем не виноват. Подумай. Может быть, ты сможешь объяснить, как попали к тебе носки? Хорошо. Я скажу. Мне их кум отдал. Кум? Да ты к куму ходишь! Да ты сука! Братва! Да он раскололся! Я ему ничего не говорил. Сука подпольная! Пидор самый настоящий! Да я как увидел твою рожу, сразу понял, что ты пидор! Сука вне закона. Будь паинькой, давай по-хорошему. Больнее будет. Прекрати беспредел! Могу!
Его подставляют. Заткни пасть! Я не позволю этой мрази издеваться над людьми. Ух ты, гад! Ну что, в чем дело, Колган? Что вы стоите, козлы? Ломайте дверь! Там же разборка. Может, по-мирному можно решить? Твари трусливые! Ломайте дверь, кому говорю, а? Пусти. Ну что, бараны? Решили власть переменить? Вы кого слушали-то, а? Пидорочкастый вам лапшу на уши вешал, а сам ходил к куму сучить. Врешь. Он же раскололся. Ты ж сам слышал. Несчастные рабы! Да здравствует революция! Петух закукарекал за место Авроры. Поди подмойся, Маня! Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Все стоят, а ты лезешь. Это не твое дело, бугор. Пидором сопли вытирать. Вон пусть петушня его к себе забирает. Эй, Майдадыр! Принимайте пополнение. Какого тебе кадра нарисовали, образованный революционер? Завтра отправишь его на толчок очко драить. А сейчас пойди утешь его. Милости прошу к нашему шалашу. Уйди отсюда, мразь. Я сам к нему пойду. Ты хорошо подумал, Колган. Или, может, ты завтра отсюда на рывок надеешься? Ну, тогда давай, иди. Давай. Расход, мужики. Вам не удалось сделать из него пидора. Слышь ты, мразь, плевать он хотел на вас, на всех, понял? Он удавился. Тьфу! Пистон.
Ты получил сегодня удовольствие. Отработай. Заставь эту бешеную тварь слезать свою харкотину. Дядя. Отойди. Да я с ним поговорю. Назад, псы! Прекратить драку! Назад! Прекратить драку!